Приветствую вас, человек, автор вопроса, описывает упущенные возможности, описывает то, как он, по его словам, всю свою жизнь упускает возможности, всю свою жизнь не делает того, что ему хочется, вот, и говорит о том, что вообще-то ему страшно. То есть, что вся его жизнь — это как аттракцион. Вот. Чего-то хочет, но избегает каких-то возможностей. Хочет автор вопроса, например, познакомиться с, ну вот, допустим, с мужчиной, да? Хочет, но боится. Вот. Хочет автор вопроса покататься на аттракционах. Хочет, но боится. И вот так примерно у автора вопроса, по его словам, во всем происходит. Такая неприятная история. Вот. Автор вопроса также говорит о том, что с одной стороны понимает, что пора уже искать, рожать детей и искать мужа, но с другой стороны хочется погулять и пожить в свое удовольствие. Но есть мысль о том, что уже старая, вот, что впереди только семья и старение, молодость ушла. Хотя автор вопроса, как я понял, ну, судя по тому, что я прочитал, автор вопроса еще нет и 30 лет. 30 только вот только будет 30 лет. Вот. А что хочется сказать? Ну, вообще, наверное, первое, о чем хочется спросить, это то, как вы сами относитесь к своим, вот, элементам восприятия мира. Так скажем. Потому что совершенно очевидно, что у вас достаточно много ограничений, таких вот ограничений. Я имею в виду стереотипических ограничений у вас, как мне кажется, довольно много. И то, как вы, ну, вот, к этому относитесь, так, что вы говорите по поводу старости, вот, что вы говорите по поводу молодости, что вы говорите по поводу семьи, вот, все это, вот, такое ощущение, да, что вы пытаетесь кому-то, вот, как бы, ну, угодить, вот. Такая вот история. Как будто бы я, вот, должна это сделать. Вы понимаете, штука в том, как мне кажется, по крайней мере, что нельзя найти мужа, вот как вы здесь описываете, можно построить отношения с человеком, вот, но мужа найти, на мой взгляд, нельзя, вот, да и, как мне кажется, искать
в общем-то, вам не нужно. То есть вам, ну, я бы не сказал, что вам нужно искать именно мужа. Вот. Я бы сказал, что вам имеет смысл смотреть на то, чтобы выстраивать отношения с людьми, выстраивать отношения с личностями, это правда. А вот искать мужа, я не очень в данном случае понимаю, как вы будете его искать, как конкретно вы будете искать его. Вот. А у вас есть очень много, как мне кажется, неуверенности в себе. У вас есть очень много, как мне кажется, сомнений в себе. И мне кажется, что в этом направлении вам в первую очередь нужно работать, потому что по жизни вам это будет мешать. Мешать будет, вероятно, довольно сильно. Вот. Давайте разберем себя. Разберем ваш вопрос. Ненавижу себя, я просто тоже. Ну, скорее всего, по описанию, вот как вы описываете, это вы ненавидите не себя. Вы ненавидите скорее то, как вы себя видите. Вот. Или как думаете, видят вас другие люди. Вряд ли вы здесь ненавидите прям-таки вот себя. Я, по крайней мере, я так не думаю, и я этого не вижу. Вот. То, что вы описываете. Да, вы как бы считаете себя прямо, скажем, хуже всех, возможно, да, или считаете себя, не знаю, какой-то не такой, например. Да, это возможно. Вполне. Вот. Но в остальном. Дальше. Я не пожелал удовольствия, не пожелал пользу. Что это значит? А что мешало? Что мешало это сделать? Что мешает это сделать? Что мешает сейчас вам это сделать? То есть, ну вот, вы говорите, что не пожили в удовольствие. Что вам мешает это сделать сейчас? Что мешает сейчас пожить в удовольствие? Что значит пользы? То есть, вот вы говорите, да, там, про пользы, но вот тоже хочется у вас спросить, а вот понимаете ли вы, что есть некоторое противоречие в том, что вы пишете про удовольствие и про пользу. Пользы и удовольствия, я бы не сказал, что коррелируют между собой. Вот. Как правило, нет. Как правило, не коррелируют. Как правило, они могут друг с другом соперничать. В том смысле, что то, что приносит удовольствие, может не быть ну, не быть полезным. И наоборот. Дальше. Много мужчин клеилось ко мне, но я всех избегала. Много было бы других возможностей, я все упускала. А почему? Вот. То есть, ну, вот такое ощущение, да? Как будто вы себя, может быть, наказываете за, ну, за что-то. Вот. Ну, возможно, вы себя наказываете. Вот, если это так, если вы себя наказываете за что-то, то с этим нужно работать. Вот, видите, каким образом вы себя наказываете, что вы делаете,
опять же, чтобы себя наказывать, да, и так далее. Тут вот очень важный это момент. Дальше, я решила постигать эти возможности, пока есть немного времени. Почему вы решили, что у вас его немного? Взять недавнюю поездку, на которой я планировала покататься на аттракционах в огромном парке и найти мужчину для смотания курортных отношений. В итоге в парк я приехала, она покаталась только на маленьком аттракционе, на одном из больших решилась, но почти всю дорогу ехала от страха с закрытыми глазами. С страхом можно поработать, судя по всему, здесь агрессия, а также я бы поработал с вашими ожиданиями. Ну, то есть у вас подавлена агрессия, выражается в страхе. А также я поработал бы с ожиданиями, такое ощущение, что вы больше нацелены именно на реализацию своих ожиданий, а не на то, чтобы получать удовольствие от того, что вы делаете. С мужчиной не знакомил несколько дней. Почему? Почти в конце познакомилась, но избежала интимных отношений и общения. Почему? Почти сразу после знакомства уехала на экскурсию, а вечер провела в одиночку в поездке, потому что планировала посетить город, но был и последний день, он приглашал меня, и опять отказалась по непонятным причинам. А давайте поисследуем, что за причины. Конечно, были положительные моменты, что я приходила снова на аттракционе, посетила экскурсию, но главного я не сделала. А что главное? Сейчас посмотреть на мою жизнь, так она аттракцион, мне очень страшно. Чего боитесь? С одной стороны, хочу успеть родить, и надо уже искать мужа. А хотите ли вы этого? И что значит искать мужа? С другой стороны, хочется погулять, ведь всю жизнь этого не было. Так гуляйте. Но постоянно там я чувствую, что я уже старый, молодость ушла, скоро 30. Это... работа с стереотипами и негативными установками вашими. Аттракционы все до 30 и дальше, только семья и старый нет, это стереотип. Нет, и не будет уже спонтанности. Так вы сами, судя по описанию, боитесь этой самой спонтанности. Вы хотите ее, но вы боитесь ее. Вы свой текст почитайте, вот. Вы боитесь любой неопределенности, судя по описанию. Так, поехать или познакомиться с кем-то. Так вот, вы познакомились и сбежали. Мужчин уже и не будет. Ну, мужчины будут. Повторюсь, у вас стереотип. Страшно жить и сожалеть об цельных самых интересных годах жизни. Ненавижу себя, как жить с этим. Психотерапия, аноним, вам нужна психотерапия, вот, по тем вопросам, которые я озвучил. Только не совсем понятно, готовы ли вы к ней. Вот. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!